Хочу показать вам вот этот комментарий просто для того, чтобы наглядно продемонстрировать, как думает женщина. Причем это не какое-то исключение из правил. Это самая обычная, я бы сказал, стандартная женщина. Точно так же думает ваша мать, сестра, жена, дочь и любая вообще посторонняя для вас баба. Что бы женщина вам ни говорила, как бы она вам ни улыбалась, даже если она с вами спит, ей на вас плевать. Реально плевать. Попробуйте представить себя на месте мужа женщины, которая оставила этот комментарий. И мне кажется, что после подобных комментариев двух мнений о том, как мужчина должен относиться к женщине, быть просто не может. К женщине нужно относиться только так, как она относится к тебе. А как женщина относится к мужчине, я думаю, вы уже поняли. Многие пишут то, что там у тебя дети, там, да, ну это страшно, это даже было такое, что писали, это обуза, что не каждый может взять ответственность. Ну, давайте я задам вам встречный вопрос. А зачем мне нужен такой мужчина, которому дети станут обузой? Вы знаете, меня с самого детства воспитывали, что мужик – это ассоциация слова и поступка. Что мужик сказал, мужик сделал. И что настоящего мужика никогда не напугают дети. Вы о чем говорите? Дети – это наше счастье, дети – это смысл жизни. Ведь ради детей вот это все и создается. Не какие-то там дорогие тачки, квартиры, куча бабла не сделают нас счастливыми. Нас могут сделать счастливыми только наши дети. Это наша любовь, это наша забота. Грош цена тем, кто пишет там про детей плохо. И кому ты там нужна с прицепиком и тому подобное.